И снова здравствуйте, всем привет. Итак, задался опять же вопросом, как можно сделать привидение, значит, в замке или на корабле, которое будет там, допустим, по палубе ходить. И, значит, думал и решил вот попробовать, информацию не нашел, а вот наложить прозрачность вот именно вот на эту гражданку. Давайте посмотрим, как это получится. Итак, выбираем сначала платье. Да, кстати, тут желательно, чтобы был один меш. Без отдельных вот этих частей, допустим, там. Без платьев там каких-то. Так, давайте обрежем это все, потому что модели у меня нет. А посмотреть очень хочется, что получится. Edit Mode. Переключаемся вот в такой вид. Так, теперь Ctrl выделяем. Так, где-то давайте платье повыше, delete вертексы. А, погодите, нам тут нужно прям по самый пояс удалить. Вот так вот. Delete вертексы. Теперь Object Mode. Заходим, выбираем персонажа. Заходим в Edit Mode, снимаем выделение, английское, включаем симметрию, английская C. И вот что-то она по симметрии у меня тут не работает. Ну, не суть вопроса, да? Так, вот это все, значит, тоже вырезаем. Желательно аккуратненько. Оставляем только кисти рук. А остальное вот это все на уничтожение. И по самой вот эти вот голеня, да? Так, есть такое дело. Ну, тоже правая кнопка мыши снимаем, значит, вот это английская C, выделение полигонов, и правая кнопка ее снимает. Так, теперь это опять же все delete вертексы, end панель. Все, забываю вот эту включать screen task key. Она очень нужная для тех, кто смотрит, наверное, чтобы было нажато. Бывает не слышно, какую букву говорю. Так, или сочетание клавиш. Так, ноги частично остались. Значит, что еще нам? Ну, в принципе, все. Object mode. Смотрим, что получилось. Получилось, вот что получилось. Вот такая заготовка. Значит так. Вот этой гражданке Sculpt Mod X. Давайте подтянем платье чуть-чуть. Заведем его в Mesh, чтобы вот этих торчащих деталей поменьше было. Ну и спина, чтобы потоньше была. Прикольная такая деваха будет. Так, спину тоже можно, талию сделать потоньше. Ну, в принципе, пойдет. Так, что мы имеем? Так, имеем мы, значит, вот эту гражданку. И нам нужно прозрачность поставить. Заходим в шейдинги. Так, здесь нам понадобится... Значит, что? Так, побольше вытянуть эту штуку. Нам понадобится Image Texture. В текстурах, значит, вот она, Image Texture. Потом нам понадобится Add. Так, Vector Normal Map. Ну и вот эту можно копировать, копии и нажать Past. И перетянуть пониже. Спекуляр нам понадобится, потом альфы и так далее. Так. Нормал. Нормал. Значит, сюда на альфу подключаем. Это у нас... Так, а что я выбрал вообще? А, это у нас гражданка. Open. Подключаем развертку или лучше спекуляр.
гражданки и делаем non-color. Так, а сюда подключаем. Ну, давайте подключим другую такую штукенцию. Как она называется? Specular roughness. Вот эти вот все штуки. Non-color. Так, что у нас тут получается? Какая-то полоса тут осталась, что ли, да? Сейчас надо будет все это дело посмотреть. А ну-ка, если я подключу Normal Map. Так, а сюда тогда... А, это же не гражданка, это платье. Значит так, выбираем платье. Так, спекуляр на платье. И сюда, значит, попробуем окклюжен, да? Так, это не он. Это волос. Так, вот этот окклюжен. Не, а не прокатывает. Так, а если вот эту? Non-color. Тоже не прокатывает. Значит, делаем normal map. А сюда просто ставим текстуру. А ну-ка, я не отключил non-color. Все равно не подходит. Значит, сюда... Ну, давайте опять же текстуру платья подсобачим. И опять же non-color. Так, есть такое дело. Теперь ставим или в боковой панели, вот здесь вот ставим металл до конца, спекуляр до конца. И вниз заходим, находим сеттинг и верхний ставим Alpha Blend. Во. Так, сейчас будем что-то химичить. Так, а на верхний нужно поставить color. Это RGB. Во. Вот теперь получается. Ну, а теперь, чтобы дальше так же не мудиться, давайте все это дело сделаем копи. Выберем нашу гражданку. Ставим паст. Так, вот эту часть можно делить. А эти, значит, подключаем опять на альфу. А эту подключаем на нормал. Здесь теперь меняем. Это у нас гражданка. Выбираем гражданку. Желательно на гражданку, наверное, normal map. Включаем non-color. А сюда подключаем текстуру, опять же, гражданки. И ставим тоже non-color. Так, вот она стала светлее. Сейчас, наверное, вот так вам лучше будет. Стала светлее гражданка. Так, здесь у нас, значит, ставим RGB. Убежала, значит, нода. И здесь, опять же, ставим металл до конца. Так, теперь спекуляр до конца. И OpenJ Alpha Blend. Так, здесь у нас получается non-color. Так, это сейчас будем тут настраивать вот этот цвет лица. Это, ну вот уже прозрачность есть, да? Так, теперь здесь... На вот эту штуку подключаем, значит, альфу на юбку. Добавляем Shift-D, значит, Normal Map. Ну, поставим просто юбку. Юбка у меня скачанная. Так, non-color. Во, уже... Посветлее. А ну-ка, если на эту не normal map, а тоже гражданку поставить. Во, так будет получше, наверное. Ну, дюжит стеклянно как-то. Значит, назад.
Вот так будет normal map получше. И теперь волос. Past. Подключаем теперь волос. Normal опять же. Опять же подключаем к альфа. К альфе подключим. Это у нас волос. Так, на волос можно, можно спекуляр попробовать. Так, а сюда на волос normal map. Опять же non-color. И значит non-color. И на волос ставим опять же Alpha Blend. И значит металл до конца. И спекуляр до конца. Так, металл можно чуть-чуть уменьшить. И roughness чуть-чуть. Так, не roughness до конца. Сейчас будем это дело проверять. Так, это значит можно delete. Настраивать надо вот эту теперь гражданочку. Так, что у нас с ногами? Все выбрано. Получается у нас вот такая прозрачность, да? Так, это теперь металл до конца. До конца. Что еще тут? А вот она. Альфа Бленд на юбку. И, наверное, все-таки Normal Map отключим. Non-color. Ну, сейчас что-нибудь придумаем этакое. Так, layout. Первое, что нужно сделать, это настроить вот эту вот еще более такую прозрачность, значит, на ткань. Alpha Blend, OpaJ. Так, здесь вроде бы все выставлено. Так, волос. Поставим Alpha Click. Во. И тогда здесь немножко поднастроим вот эту, да? Так, есть такое дело. Волос вроде прорисовался. Я вот не пойму, что происходит. Так. Но это как рисованное уже будет. А нам надо прозрачность. Так, спекуляр. Блеск тоже нам не нужен. Альфа клип. Так, прозрачность прям сильная. Значит, теперь альфа бленд. Так, есть такое дело. А вот с юбкой что? Так, находим юбку. И попробуем заменить. Так, так, так. Так, не пойму я, в чем проблема. А, все, у меня же тут все объединено. И получается, что, значит, так. Вот на эту штуку отсоединилось. Тут тоже Normal и альфа. Ставим, значит, оп, и ставим прозрачность альфа бленд. Во. И теперь у нас вот этот, значит, бантик, да? Бантик у нас будет вот этот. Альфа. Так, а это нормал. Так, смотрим, что тут у нас. Альфа бленд.
Так, по спекуляру металл. Металл. Так, металл можно, наверное, поменьше. Так, вот есть уже, значит, почти привидение, да? Все вот оно прозрачное, там где-то чего-то. Сейчас нужно настроить именно вот этот волос. Set Origin Geometry. Так, поднимай, не поднимай, роли не играет, да? Значит, нужно его спекуляр. И здесь, что у нас тут подключено, значит... Везде текстуры, наверное, надо поставить. RGB. Non-color. Так, а сюда, наверное, все-таки Normal Map. Так, теперь, что у нас по металлу? Металл спекуляр альфа клип альфа бленд. Так, 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 что-то тут картинку, наверное, спекулярно поставить. Так, ну вот уже вроде видно, что это типа волос. А теперь по нашей гражданке. Здесь, значит, ставим спекуляр. Во, уже вроде бы попадает. Так, а сюда поставим displacement, допустим, да? Non-color, non-color. И почему-то она... Во, вот так будет, наверное, получше. Так, с волосом не пойму. Надо волос чуть-чуть сделать, чтобы он был все-таки более виден, да? Так, значит, на волос. А ну-ка. Так, два рисунка. А ну-ка, если это все отменяем. Не. Две текстуры одинаковые, не есть good. И получается, что... Так, 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 а ну-ка вот эту если... А сюда normal map, да? Так, что-то не подходит. А ну-ка displacement сюда. Попробуем, значит, чуть-чуть поиграть светом. Не получается, только светлее выходит. Попробуем волос заменить на Deconnect. Это будет черно-белое, да? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Не есть good. Так, а что ж не так ей? О, вроде бы потемнее. Металла побольше на фейс лица. Так, и тут тогда, если металла побольше, то... Так, тогда на лицо поменьше. И попробуем на лицо поставить автоклип. Так, альфа клип. Так, прозрачность-то она дается, но поставим
тут уже слишком светло получается, да? Так. Ну, в принципе, что? В принципе, так. Вот теперь разобраться вот с ногами по платью, да? И с руками, с телом. Так, по платью что у нас? Металл в упор. Альфа-бленд. Вот. Теперь, значит, прозрачность в упор до черного. Так, платье вроде бы нормально. Вот единственное, теперь с лицом разобраться. Волос вроде бы пойдет, да? И получается у нас вот такая штука привидения. Если она будет ходить, то будет вот, если летать там что-то будет, то в принципе неплохо. Итак, вот получилось мне настроить ее. Значит, что у нас получается? Ноги Альфа Бленд. Текстуры. Все то же самое подключилось. Все нормально. Значит, на горничную это Олор. Смотрим. Так. Горничная модель Color, это у нас получается на Normal Map, получается просто развертка. Потом здесь, что у нас стоит? Здесь стоит спекуляр, вот то, что я ставил. Так, а здесь, само собой, развертка. Ну, в принципе, что? Все нормально. По волосу смотрим, что тут у нас произошло. Значит, опять же, развертка на Base Color и волос. Так, Normal Map на волос я поставил. И здесь получается, что у нас? Волос модель BMP. Здесь уже текстура просто. Ну, тут текстура и вот здесь. Так, а здесь кто? Здесь у нас, значит, спекуляр стоит. Значит, текстура, спекуляр и Normal Map. В принципе, то же самое, да? Только на волос металл, значит, убираем. Вот его можно добавить, а можно в упор. И он становится прозрачным. Так, здесь металл до конца, все до конца. То же самое, значит, Альфа Бленд. Ну, в принципе, применилось нормально. Развертка, горничная модель. Ну, вот такая штука, да? Все то же самое, но методом тыка сработало. Так, вот так выглядит наш призрак. Так, здесь вот я еще по колору давайте пройдемся. Вот я здесь поменял колор. Поднял его, значит, вверх. И выбрал вот цвет лица тон, да? Вот раз, вот можно сделать вот таким вот образом. Да, плоховато, что просвечиваются, допустим, какие-то детали. Ну, веки можно не делать прозрачными, чтобы, ну как, добавить отдельно веки. Или просто выбрать ему полигон и сделать вертекс группу, и чтобы к ней цвет не применялся, допустим, прозрачность. Тогда будет нормально. Ну и то же самое с губами. Можно поэкспериментировать, значит, да? Так, что еще тут можно посмотреть? Ну вот, как вариант привидения, если вот сдалека, в принципе, все нормально. Также вот здесь вот можно менять, значит, цвет вот этим всем платьем.
вниз убираем, будет больше прозрачности, видите, да? Здесь тоже такая же штука, только здесь еще больше вниз и будет еще больше прозрачности. Те же самые штуки работают и на хвостики всякие. Так. Ну, а здесь, если мы делаем в самый упор, то получается вот слишком темно для призрака. Значит, поднимаем вот эту штуку чуть-чуть побольше. И все, чтобы бледная была. Но опять же, можно добавить кости, анимацию лица. Там анимацию тоже можно добавить, чтобы она летала. И в принципе, ну чем не привидение. О, теперь давайте добавим какую-нибудь Shift A Mesh. Добавим, ну пусть будет план. Делаем S. Тройка на numpad, делаем R. С помощью MOV можно все это дело приподнять. И с помощью транспоза можно все это дело растянуть. Так, это много. Поменьше. Заходим теперь в UV Editor. Выставляем вот так вот. Единица на numpad, вид спереди, UV, куб, project. Делаем всему этому делу развертку и заходим в шейдеры, подключаем какую-нибудь текстуру, допустим, замка, стены. Сейчас посмотрим, это текстуры, image текстур. Подключаем к base color, находим какую-нибудь стену, допустим. Вот. Так. И вот вы видите, как она будет выходить из стены, да? Она прозрачная гражданка. Так, стену теперь отведем, значит, назад, подальше. Выберем нашу гражданку. Так, свет. Настроим, давайте, свет. Ну, пусть будет солнце, да? И надо убрать вот эту вот тень. Потому что призрак, он тень не может отбрасывать. Выбираем какие-нибудь детали. И, значит, что? Здесь у нас убирается, вот где Alpha Blend мы ставили, здесь ставим Non-Color. На волос то же самое. Non-Color. Ну и на все остальные детали. Non. Тень чуть-чуть будет. Почему? Потому что у меня модель обрезная. Я ее обрезал полностью. И, значит, вот эти вот, ну, где юбка сейчас. Вот, допустим, юбка. Она невидимая, да? Но все равно чуть-чуть будет тени там. От рук. Так, а ну-ка, руки. Non-color. И тут, значит, вот этот хвостик. Non-color. И бантик. Non. Все, вот теперь у нас получилось, значит, привидение. Вот оно. Так, свет, лихт. Убираем. Смотрим, что да как. Так. И вот если эта гражданка будет передвигаться, то будет пиздец, как видно, что там призрак поплыл. Ну, призрак может быть в другом виде, но вот такого типа сделать, значит, да, настройку. Так, теперь что получается? Я чуть-чуть прибавлю, значит, вот этой цветности. Так. Еще побольше. Ну и зеленоватый какой-то цвет выберу. Ну, чтобы видно его было на каком, на какой-то стене, да? Так, здесь
тоже можно чуть-чуть проявить ее, ну как дымчатая, чтобы была, ну чтобы пленка, да? Ничего, неплохо. Так, смотрим, layout, заходим. Тень отключена. Гражданка есть. Включаем лифт. Так, солнце настроим, допустим, на 1000. Так, на 100, да, это на 1. И вот такой будет, если еще факелы добавить, она будет подсвечиваться. И получается, если мы сейчас стену выберем, так, смотрим, как она будет из стены выходить, да? При анимации руки, допустим, вперед, и там как-то она вылетает, выходит. В принципе, прикольно. Так можно пиратов на корабле сделать полностью. Корабль призраков. Ну, там вот со светом надо будет помудиться, понастраивать свет, чтобы правильно он падал. И вот видите, через нее проходит вот это вот кирпич, там штука вся эта. Нормально. Вот такой получился призрак, да? Если кто-то еще знает, как можно добавить какие-то тут, допустим, дополнительные ноды, да, которые там, я вот в нодах не силен, ну, допустим, сюда там смешивание, колорампы, там спекуляры какие-нибудь, что там еще есть, подобавлять, и чтобы, ну, более так проявлялась вот эта штука. Кстати, можно еще прописать в анимации вот этот свет, значит, призрака, чтобы он как бы мерцал, да? Вот, выбираем его, допустим, и попробуем. А, тут еще, где можно прописывать? Subsurface, вот он, Surface Color, а ну-ка, что он делает? А, это не тут. Так. Ну вот можно, чтобы вот так вот моргал, как бы, да, цвета прописывать. Допустим, прописка. Так, и дальше, допустим, но это сильно. Вот цвет прописывается, вот моргать может уже. Но с этим надо поработать, посидеть, подумать, как это все дело обыграть. Но уже нужно на цельные модели. Без всяких шмоток, чтобы это была цельная модель, допустим, там, привидение, и разом все это дело наложить на него, и все будет зашибись. Так, ну, вроде бы все. Вроде бы вариант удачный. Ну, а тут уже, так, что можно добавить? Допустим, за место горничной, но это уже будет такой, вот уже лицо такое беловатое будет. И в принципе, если добавить за место вот этих текстур, вот эти вот штукенцы, то можно здесь уже призрака больше выделить. Итак, вот такой эксперимент. Ну, думаю, в принципе, на корабле или еще где-то будет нормально смотреться. Ну, на определенном, конечно, персонаже, возможно, не на горничной, но на пирате, возможно, будет это как-то более
весомо и виднее, да? Ну, надо пробовать словом. Если кто-то знает, как еще можно сделать призрака, именно вот настройки его, да, вот этого персонажа, напишите мне в ВК, давайте пообщаемся, может кто-то научит меня что-то еще и с этой делать штукой. Все, всем пока, до свидания.